Мой отец ничем не отличается от других власть придержащих. От любого человека, который в ответе за жизни других людей. Если бы я получил роль в этой картине, то снова оказался бы на самой вершине. Эта голливудская шишка даст то, что хочешь. Говорит, чтобы я не надеялся. От моего предложения он не откажется. Знаете, кто мой отец? Сюда едут люди его убить. Сторонился семейных дел. Я думала, ты не собираешься становиться таким, как отец. Но я никогда не желал тебе такой жизни. Фредо, ты мой старший брат. Я тебя люблю. Но никогда не вставай на сторону тех, кто идет против семьи. Никогда. Майкл, отрекаешься ли ты от сатаны и от всех дел его? Я отрекаюсь. Не спрашивай меня о моих делах, Кей. Майкл, это правда. Довольно! Оставь пистолет и забери каноли.